Всем привет! Сегодня 23 февраля, праздничный выходной день, и это повод начать сеять огородные культуры. И в этом году я начну свой сезон огородный с посева лука репчатого Exhibition. Сеять я его буду впервые. Наслышан, что он очень сладкий, вкусный, салатный. Решил тоже попробовать, испытать, какой вырастет. На картинках и на видео он очень крупный. Больше килограмма вырастает. Опыта по выращиванию лука Exhibition у меня пока еще нету. Буду делать все впервые. Сейчас зачитаю его характеристики и начну высевать. В общем, лук у меня репчатый Exhibition средний-поздний, холодостойкий, исключительно урожайный сладкий сорт с интенсивным формированием луковицы. Для получения крупных луковиц выращивают в однолетней культуре через рассаду. К концу сезона вырастают луковицы самого высокого качества, овальной формы, массой 170-550 грамм. Бывает до 800 грамм. Сухие чешуи золотисто-желтые, внутренние сочные, белые. Вкус нежный, сладкий. Обладает повышенной устойчивостью к болезням, рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления салатов. Семена лука Exhibition я приобрел от садовой фирмы Виктория. В пакетике 100 штук. Решил их посадить вот в такой красивый контейнер, даже с ручкой. Сейчас сделаю дырки на дне. Глубина такого контейнера 12 сантиметров. Длина 24 сантиметра и ширина 14 сантиметров. Я думаю, этого вполне будет достаточно, чтобы прекрасно в нем росло 100 штук семян. При условии, конечно, что все семена прорастут. Ну что, пойду прожигать дырки. Есть у меня универсальный такой паяльник, которым я прожигаю дырки в лотках под микрозелень, ну и также в остальных других посудинах для посева. Как раз где-то сантиметр в диаметре. Прожгу штук 6. Я думаю, будет достаточно. Ладно, для верности еще 4 прожгу. Ну, еще посерединке, чтобы уж наверняка вода не застаивалась. Вот, теперь точно будет отлично. Все. Сейчас засыплю свой фирменный грунт. Грунт у меня смесь биогумуса с торфом. Очень рыхлый, пушистый, воздушный грунт. Все на нем очень хорошо растет и развивается. Сильно до краев делать не буду, чтобы место для полива оставить. Так будет нормально. Линейка еще раз
разровняю почву, сделаю 4 бороздки. В каждую бороздку посею по 25 семечек на равном расстоянии. Постараюсь их сделать. На глубину примерно где-то 1 сантиметр. Сейчас посмотрим, что там за семена. Высыплю вот в такую плошку, чтобы удобно было их брать для посева. Семена чуть-чуть зелененькие, обработанные. Осталось теперь не сбиться со счету и в каждую бороздку положить 25 семечек. Постараться, чтобы семена были на равном расстоянии друг от друга. А то получится где-то густо, где-то пусто, а это уже не то. Получилось примерно через каждый сантиметр. Но не хватило где-то 5 семечек. Вместо 100 положили 95. Я думал, положат лишнего, но, как всегда, сэкономили. Сейчас аккуратно заделаю бороздки. Обязательно увлажняю, но не до фанатизма, потому что земля уже и так влажная. Сверху укрою мешочком и уберу дней на 5, на 7 в теплое место. И буду потом посматривать, как начнут всходить семена, выставлю на свет.